отдать, что ли? Война целая, батюшка. Если бы не решите с владыкой там. Ага. На 10 машинах приехали. Тут ну, что творится-то? О, Зин! Иди поговори. Ты чего такая ешь? Да я не пойду, я их видеть не хочу. Михалыч, он меня разрешил. Не говорите, я не пойду, да, я не пойду вам туда привезти. Вон водит. Зинаиду вам туда привезти. Я не пойду, меня я их на их видеть не хочу. А вот. Батюшка, я не пойду на них смотреть. Нет, ну ты, а что там? Там одни они и несколько человек назвали. Не ходите, это не знаю. Не разрешил благочинный идти, батюшка. Ты ближе к этому. А где-то книжечки хотите нам принять? А вы зачем? Иди. В печку их? Идите, так вы уже не учите печку-то, Иван, ты это бросай, печку. Пришла. Ну я пошла, батюшка, не сказал. Ходил бабки нам какая-то. Чья она пришла? Вон ты откуда есть? Вот откуда он есть, он нас фотографирует-то. Молодой, братец. Да вы откуда пришли-то? Зачем я пойду к вам? Ну что? Колыхатить наш народ, да? Идите, садитесь, там наши сидят, садитесь. А какие там наши? Да я чуть гляну. Бабушки, да сходите, посмотрите, послушайте, не понравится, уйдете. Никто ж вас там не держит. Ступай, потом расскажешь. Ступай. Пятнадцать-двадцать дворов и столько машин набрали. Мы из Барнаула половина приехали. Барнаула? Барнаула, чтобы всех извести, объехать все деревья, всем рассказать. Сразу. Чтобы все люди пришли под нас. Ну что слушать? Мы знаем, немножко знаем. Дорогу сколько мы молим, знаем, молимся. Мне уже 75 лет, я хожу, вот в церковь молюсь. Знаете, зачем Христос на землю приходил? А? Знаете, зачем Христос на землю приходил? Вот начинают вопросы. Тут точно. Начинаются вопросы. Знаем. Почему, скажите? Ага. Если знаете. Да, где не есть. А то, что Христос пришел и умер здесь, да, наши грехи с вами, об этом должен священник-то рассказывать. И для этого приехали сюда, чтобы рассказать. Юрий Шилавкин, блин. Прости, Господи. Это куда годится? Вы не сквернословьте, пожалуйста. Вы уберите ради Бога. Ради Бога снимаю. Уберите. Чтобы люди увидели это безобразие. Что мне самое? Господь послал, что ли? Убери. А как вы решите? Трудно вам идти против Христа. Ну, по-другому решил. Ну, мы к вам не поедем. Всегда зовем в гости. А? Приезжайте да посмотрите. Кано смотреть. Что, вот глядите чело. У вас или у нас? А? Глядите. Ну, сколько тому село и сколько этому? 15 у меня, 20 лет, 16 лет, когда потеряем.